Индия, йога, ашрамы, антисанитария. Хорошо. Из всех окон дома ароматическими палочками пахнет. Гирлянды цветов на балконах. Все мужчины поголовно в дхотте, сидят в позе лотоса. Женщины в сари танцуют танец живота. А дом сверху донизу в лианах, а по ним макаки и мартышки с утра до вечера прыгают. Руку в форточку высунешь с рупии, а антирас – банан. Раз – кило картошки, раз – пакет замороженного ментая. И в седьмой континент через дорогу ходить не надо. Хорошо. Но были и происшествия. В четверг деревянный барак из Реутова приболел. Его по-быстрому подожгли и спустили по Гангу вниз по течению. Как тут принято. А жильцов расселили по соседним домам. Те из барака особенно не расстраивались. А тот дом влюбился в принцессу Нури. Сначала в Гиту, а потом в Нури. Сердцу не прикажешь. Увидел в окне замка и сразу влюбился. Нури была из самой высокой касты, с самой большой красной тикой на лбу. Дом украсил себя гирляндами, круглые сутки ходил вокруг дворца печальный, в широченных белых тхоте, пах ароматическими палочками, вздыхал и пел песни из индийского кино. Принцесса тоже полюбила дом и танцевала в окне в синем саре танец страданий. Ведь, о ужас, принцесса была в 3 года обручена с нелюбимым принцем, коварным Махендрой. Но сердцу не прикажешь, и принцесса решила сбежать с домом. И надела алые сари с блестками, и танцевала в окне танец любви с голубыми браслетами. Но тот коварный принц Махендра запел любимую песню Раджи Капура из фильма «Бродяга», и принцесса Нури разлюбила дом и полюбила коварного Махендру. Такая вот она, любовь. А дом весь в слезах, как был, так и пошел через непроходимые джунгли, пугая плачем мартышек, тигров и крокодилов, куда глаза глядят. И пришел к океану, и, конечно, опять вспомнил про несчастных пигмеев, и поплыл. Но коварный ветер Трамонтана дом снес в Австралию.